Мясокомбинат. Такое печальное зрелище. Когда-то город кормил. Сейчас уезжаем в Караганду со стороны Волынского агропромышленного комплекса. Михайловку. Вот здесь построили какое-то новое производство. Элеватор, что ли, что машина там стоит. И голуби летают, ого-го. Сколько их. Ну, это когда зерно есть, тогда они летают. Вот куда ехать на охоту надо. Так нет же, еще и по асфальту шляются. О! Наверное, зерно привозят сюда. Так, какая-то яма. Прям с машины трескает. Ну, правильно. Еще переезд и будем в Михайловке. На улице Дубовской. Ну и дороги начинаются наши. Пока еще проехать можно. Вот так вот приехали в город. Будем теперь по кочкам, по лужам прыгать. Сейчас аппарат уронил, поэтому отключаюсь.